Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Домодедово. Подмосковное Домодедово сегодня принимает один из матчей 14-го тура. 14:00, старт матча Велес-Арсенал. Стадион на ваших экранах. Но хорошее подключение вторым темпом. Удар по вороту в дальний угол. И, пожалуйста, Егор Шамов, может быть, даже и не очень ожидал такого удара. Мяч-то в дальний летел и достаточно... Так красиво Шамов тут вытянулся в струнку. И вот Логово с левой ноги. Удар не получается. Офсайд не знаем. Игра продолжается. Момент у Велеса. 1-0 в этом матче. Счет становится. Смотрим на резервного арбитра. А он бежит к центру поля. Мяч защита. Кабахидзе забивает 8-й номер. Ну и вот с моей комментаторской позиции казалось, что футболист Велеса находится в правильном положении. Панченко смещается в центр, можно бить поворотом. Панченко, штанга! Ну вот он, как раз-таки обрез в центре поля и приводит он к такому моменту. Не повезло Панченко, и видите, он так покачивает головой. В удовольствие играет, в одно касание, короткие средние передачи, стеночка! И вот сейчас счет мог стать 2-0, и не было положения вне игры. Егор Шамов спасает свою команду после удара Ираклия Логова. Как разыграли-то, а? Это было великолепно. Что-то странное Хабибов исполнил. Ну вот это уже гораздо интереснее, гораздо мощнее от Арсенала. Еще подача! Штанга вторая в этом матче. За минуту Арсенал создает, по сути дела, три момента. За одну минуту. И услышим мы свисток об окончании этой встречи. Долгожданная победа Велеса.